Первый раз пробую. Кайф. Я так и ожидал. Блин. Это просто как обычный йогурт. Только все здесь растительное, как я поняла. Я счастлива. В моем маленьком городе появился вот такой йогурт растительный. Но перед этим я пошла в Магнит и нашла этой же фирмы фрикадельки и наггетсы. Там было со скидкой 115 рублей. Я купила фрикадельки. Это для меня было вообще открытие, что в моем городе есть такие альтернативные замены мясному. Я была очень рада, реально. Потом я полезла в интернет на сайт посмотреть, что за фирма. И увидела, что там есть еще йогурт. И я такая подумала, вот бы йогурт еще завезли мне для счастья вообще. И сегодня иду в магазин, и я увидела, я офигела просто. Эта вселенная меня услышала. Я просто благодарю вот создателя, потому что реально кайф. Конечно, можно самим делать все это, но... Во-первых, чисто так у меня не получится. А во-вторых, ну, охота иногда быстро купить что-то вот так. Это вообще реально кайф. Я очень рада вообще, что сейчас стало все вот это развиваться. Мы живем в такое классное время. И мне больше, когда я узнала о существовании растительного молока, мне больше и больше все хочется растительного молока, там, кокосовое, все из него, там, мороженое. Вот еще, кстати, мороженое сделали. Вообще было клево. С черникой. Я обожаю чернику, кстати. Состав: соевая основа, вода, соевый белок, масло подсолнечное, натуральный ароматизатор, витамин D3, глюконат кальция, наполнитель, сахар, черника, вода. Ну вот сахар, это, конечно, не очень хорошо, но, ну, а что сделаешь? Наверное, нельзя без сахара, или если можно, было бы классно без сахара, чтобы все было там прям идеально. Так. Натуральные загустители, кукурузный крахмал. Насчет этих всех остальных я не знаю. Пектин, регулятор кислотности Е330. Йогуртовая закваска ВГ. Бифида бактерии. Б-лактик ВГ. Белгородская область. Ну, в общем, я просто кайфую. Вообще, когда я раньше обычный йогурт покупала, я там вообще не задумывалась, что там есть. Вообще никогда состав... Блин, так жарко на улице. Я вся потею аж. Я вообще состав не читала особо. Это просто что-то невероятное. Обожаю. Благодарю создателей. Буду покупать иногда. Как классно. Распространяйтесь на весь мир. Пусть будет больше всяких вот таких растительных замен. Ну да, и желательно без вообще каких-то вредных продуктов.
если это возможно. Вот такой у меня сегодня получился мукбанг. Классно. Благодарю всех, кто смотрел. Желаю классного лета. А я вернусь. Люблю пробовать разные веганские новинки.